В День знаний 1 сентября более 20 тысяч детей, подростков и молодежи нашего района от детсадовцев до студентов переступили порог садика, школы, техникумов и вуза. В их числе были и ребята из третьей школы, расположенной в поселке Кубриз. Символом праздника первого звонка в третьей школе Славянска на Кубани не первый год является солнце. Маленькие солнышки из бумаги в руках у каждого первоклассника создают радостную обстановку на большом празднике, который ознаменует начало нового учебного года. Для каждого школьника, их родителей и учителей 1 сентября – день особенный. Но вдвойне значим он для старшеклассников, тех, кто в этом году готовится покинуть школьные стены, а также для тех, кто впервые сядет за парты и погрузится в мир знаний. Традиционные напутственные слова всем участникам линейки сказала директор школы Татьяна Кириллова. Сосредоточьтесь, дорогие дети, на получении новых знаний и прислушивайтесь к советам своих учителей. И берегите своих родителей, они очень о вас всегда беспокоятся, прислушивайтесь к ним и не говорите: «Мама, я все знаю». Знать вы еще должны много, поэтому берегите и родителей, и учителей. Поздравил собравшихся и глава Славянска на Кубани Александр Берсенев. Преподавателям желаю здоровья, счастья, любви, мирного неба, ну и школе процветать. Удачи вам! Всего доброго! На первый в их жизни урок ребят проводили сказочные герои – солнце, пчела и сова, которые символизируют радость, трудолюбие и знания. А сочетание именно этих трех составляющих и должно сделать предстоящие 10 лет для ребят самым лучшим временем в их жизни. Временем новых знакомств и лучших друзей. Временем получения знаний и поиска своего жизненного пути. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монстыренко. Программа «События».